Всем привет, друзья мои! Снова с вами я, Светлана. Сегодня мы вышли вечером на прогулку, и я вам покажу вечерний Мерсин, а именно набережную Мерсина. Ждите, смотрите, будет очень интересно. Так, мои хорошие, и мы начали обзор с парка. Такой небольшой парк. Мы с вами пойдем дальше. А вот и я. Не переключайтесь, смотрите до конца. Сегодня сделала маникюр, можете полюбоваться. 3 часа сидела на нем. Следующее кафе, бар «Уч Маймун, три обезьяны». Тоже очень интересная живая музыка. Здесь я много натанцевалась. Ой, а это вообще божественный рай. Посидеть на свежем воздухе, выпить кофейка, чаек. Правда ли красиво? Это прямо возле нас, напротив. Все сидят здесь в основном. Сейчас по аллее мало народу. Все сидят, отдыхают. Вот именно хотелось вам показать и познакомить, вам сделать обзор ночного Мерсина. Мерсин очень напоминает Батуми. Я когда приехала первый раз сюда, и поняла, что я его полюблю. Любовь с первого взгляда. Да. Cherry House. 2 дня назад я здесь была. Такой вкусный напиток, молочный коктейль пила. Друзья мои, у меня к вам вопрос такой. Вот у вас тоже такие мужья, как у меня? Вот я иду, а он стесняется. На тебя смотрят, тебе сделают замечание. Я говорю, кому я нужна вообще, чтобы мне делали замечания? Я ничего такого плохого не делаю, я снимаю. Вот его раздражает. А у вас такие же мужья? Напишите в комментариях. Они также реагируют на то, как вы снимаете. Вот он идет и стесняется. На нас смотрит. Ашка. А Маша ручка. Скажи привет. 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 Привет, Сойли. Чок, привет. А вот так вот он знает русский. По-русски он знает «Привет, я тебя люблю». И сколько бы я его ни учила, он не запоминает. Урчит опять. Он боится, что на меня нападут и меня разорвут местное население. Ну, знаете, что, кстати, я заметила, я здесь русскоязычная вот вечером. Ну, очень, вообще я не встречаю. Хотя в Мерсине очень много турецких жен, но я их не встречаю. Мне кажется, что я здесь одна в этом районе. Нет, тут много, но, конечно, они, наверное, заняты, потому что они отдыхают в другом месте и все. Thank you.
дышите вместе со мной море. Приезжайте на море. Приезжайте отдыхать, хватит работать вам. Знаете, что это такое? Шказа. А что это? Чё кюзель? Кюзель, люблю. Но знаете, что можно есть не в каждом месте по устрице? Потому что кто как делает, мой муж так сказал. Я раньше любила, не разбирала, а он говорит, ты не знаешь, как это делают, а вот биджи-биджи. Знаете, что это такое? Лед, берут куски льда, поливают сиропами сладкими, фрукты добавляют, и это они кушают. Представляете, лед кушают с морозилки, как раньше. Посмотрите, я вам покажу сейчас. Бирдакика, пока я биджи-биджи. Бади-бади, биджи-биджи. И представляете, у них это такой самый любимый десерт у детей. А я ничего не понимала. Мне вообще не понравился. Просто берут лед, кусок льда, крошат его, поливают сиропом сладким. Добавляют иногда фрукты. И вот они это все так кушают. Дети очень любят. Да и взрослые тоже. Вот такой маленький парк. Но знаете что? Что-то они неухоженные. Я очень удивляюсь. В том году все так было красиво. А сейчас они не смотрят. Я даже мужу сказала, давай я сниму видео и отправлю это Эрдогану. Или в WhatsApp на какую-то передачу. Новости. Только что недавно были выборы, мы выбрали кто за нашим районом смотрит. Выборы были. Как его называют, забыла. Мухтар по-турецки, а по-русски не знаю. И вот он совсем не смотрит. Сегодня суббота, люди в ресторанах, в парке мало людей. Вы любите живую музыку? Знаете, что я здесь не слышала европейскую музыку? Вот в кафе, в барах живая музыка турецкая, я не слышала европейскую. Поэтому люблю слушать на YouTube моих друзей, подписчиков. Иногда получаю огромное удовольствие. И спасибо вам, друзья, что вы создаете такие видео, ставите их. И я слушаю, получаю такое блаженство. Вы себе не представляете. И вообще большое спасибо вам за подписки, за ваши просмотры. Вы помогаете мне очень. И действительно поддерживаете. Спасибо, друзья мои. Так, а это следующий ресторан. Кстати, тут очень вкусно готовят, а в первом этаже и на втором, особенно на воздухе сидишь, внутри такие растения красивые. Я больная вообще на растения? Ой, рыбкой пахнет. Друзья, сегодня я на молочной диете. Как бы выдержать это? Ой, слушайте, опять бурчит. Хотела снять ресторан, а он говорит, что ты, говорит, Вик, будешь снимать, как они кушают. Вот такие вот стеснительные мужчинки, мужья. Кстати, многие жаловались, девчонки. Посмотрите, какая музыка у них играет в ресторанах, живая. Кстати, я подгляну.
слышали чуть-чуть музыку турецкую. И вот мы вышли на проспект. Исимел Сой, все как? Мой муж, да, не знает название улицы, вы представляете? Аллах. Вообще, тут улицы пронумерованы. Вот моя, например, 33-153. Тут нет названия улиц, только проспекты. И то, вот видите, они не знают сами турки. Знаете что, я сегодня согрешу. Захотелось мороженое. Устеречим ханги Дундурман Туркия Демерсинде. Пока не видят. Я покажу вам, сколько стоит пиво. Снимаю. А, гюзель. Как папарацци. Ну что, друзья, мы дома, потому что начинается в 10 часов матч Франция-Турция. И мой муж поспешил. Вот эти точки еще раз. Надеюсь, вам понравится сегодняшнее видео. Спасибо вам за просмотр и за ваши лайки. Мои любимые подписчики, всех люблю, обожаю, целую. Пока-пока, ставьте пальчики кверху. И не забудьте подписаться под видео. Красное. Такое красное подписаться. Жду вас. Пока-пока.